Сегодня в Казани обсуждают военную безопасность СНГ. В столице республики собрались начальники штабов вооруженных сил 8 стран-участниц. С утра в Парке Победы военные возложили цветы к вечному огню и приняли торжественный марш казанских курсантов. Казань примет 6 матчей чемпионата мира по футболу. Игры пройдут на стадионе «Казань-Арена». В столице республики ждут матчи группового этапа: Франция, Австралия, Иран, Испания, Польша, Колумбия, Южная Корея, Германия. Правительство России одобрило законопроект по увеличению госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения и водительского удостоверения, а также за регистрацию технического средства. За выдачу загранпаспорта госпошлина увеличилась до 5000 рублей.